Когда была очень большой удар от машины, да, и пострадала у меня нога, при этом я очень сильный был удар об землю, об асфальт лицом, правой стороной, у меня как бы вся была правая сторона очень сильно побита. И очень была травмирована челюсть и зубы от того, что травма была очень такой сильной. У меня от этого расшатались зубы и очень болели десна, зубы. И я не могла много жевать такой твердой пищи. Это приносило очень большие мне боли, поэтому я обратилась к доктору, стоматологу, которому я в течение, наверное, полтора года я лечила зубы и проводила разные процедуры для того, чтобы восстановить хотя бы часть зубов. Но часть зубов пришлось удалить, часть зубов новых как бы сделать, поставить. И я до сих пор как бы ощущаю еще некоторый дискомфорт, как бы, что касается зубов и правой части лица и челюсти. Также, когда был удар, то очень у меня было сотрясение, как бы большое сотрясение, и это тоже дало свои последствия. Потому что у меня сейчас очень частые головные боли, которые просто на смену погоды или сезона очень сильно болят, болит голова. Также я ощущаю, когда смена погоды, это ощущение ломки во всем теле, и в частности в ноге, в костях, в кости и в правой руке. Поэтому я очень сильно реагирую. Много медицины, которую я как бы пила, и это наркозы, и разные как бы обезболивающие, тоже привели к тому, что у меня разрушаются кости, костная ткань. В частности, как бы зубы, значит, очень сильно кости. И после травмы у меня очень сильно болела челюсть, когда я не могла жевать, не только из-за того, что зубы были выбиты и расшатаны, а еще и ощущала боль в челюсти очень долго. И сейчас даже временами, когда меняется погода или какой-то у меня болит очень челюсть и правая сторона лица. Также, когда употребление много медицины, оно привело меня к тому, что я очень начала страдать от аллергических всяких реакций. Мне нужно было обращаться к дерматологам, где мне очень долго устанавливали какой-то диагноз, и потом тоже, опять же, было лечение. Потому что я могла себя расцарапать прямо до крови. Лечение зубов заняло у меня полтора года, так как были очень сложные, проведены всякие разные удаления, операции на деснах и так далее. И мало того, это было очень как бы тоже болезненно, и эти процедуры проходили у меня так часто, чтобы сделать в хорошем, чтобы я могла жевать, и у меня перестали болеть зубы. И на это потребовалось достаточно большое количество сумма денег. То есть те деньги, которые мне были присуждены, 100 с чем-то тысяч крон, я их все использовала на лечение зубов. Так как лечение зубов я проводила самостоятельно за свои деньги, потому что не имела права здесь лечить без документов зубы,
И я потратила эти деньги, леча зубы в приват-клинике, потому что состояние было очень критическим.